Джек, Джек, все хорошо. Сейчас еще сколько? Побежит она в коридор. Лиза, меняем? Нет, Лиз? Лиза, меняем? Нет? Лиз, меняем? Нет? Нет. Что бежишь? Ну, давай, давай, давай. Ты кричи заранее, ладно? Побежали, побежали. Пошли сюда, Лёд. Давай, 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 трубку поднимите. Звонят, что ли? Да. Алло, алло. Алло, алло. Алло, алло. Алло, алло. Дождь пошел резко. Ну все, можно только попробовать. Я разрешил. Ну, Антоха мне говорит, все, пойдем завтра, закроемся, возьмем, закроемся, все, дистанционно, все, дистанционно. Ну, не, он может сказать, куда я пошел. Антон, что такое, он по-другому. Да. Thank you.
Новый мастер будет на первый счет. Ну, раньше потому что в Беларуси они не бегают. Они вот не будут в одном месте оттаванных. А ты же вообще как Заливай. Не пьем, следующий пакет. Канаиски, все не понимают. Я понял. Пацаны, вот чеснок. Можно текст? По мне так они четвертый круг пошли, девочки наши. Сейчас четвертый заканчиваю, да, четвертый. Канаистки могут быть меньше. Красиво она это сделала. А, ваша ж вообще в последний, да, идет? Да, она сейчас только на четвертый пойдет. Дима, давай пей! Не-не-не! Воду выливай! Давай сделаем с той стороны. То есть, ну, я ее отправила на плод. Иди попробуй. Мы с ней вчера. Допустим, ты выходишь с этой стороны. Илюшка должна быть здесь. Вот, да, чтобы тебя не тянуться туда. Вот выход. И так вот, все. Только это. Да, весло, и ничего не перекладывай. А удобнее тебя нести, ну, на правом бедре или на левом. Но баб это вообще бедра. Это номер один. Я только на правом. Значит, нужно делать так, чтобы на этом, ну, то есть правда, правильно, похоже, движение, да. А с другой стороны ручка. Нет, вот.
у нее уже ручка вот с той стороны, где ухо. Что там много, вот какая-то еще. А у нас очень много.
палатки, палатки 10 миллионов палаток. Если как мне сказала, я удивилась. На Брикс? На Брикс 10 миллионов поставить. Чтобы 3 на 3 поставить. Нового 10 миллионов. И это самая низкая такса. Мы вступаем в капитализм, но во что мы вступаем? Как взятки все более крупные. Во что мы говорим? Законно. Птичка не покарала. Ты должен был сказать. Да. Как мы только не писали. Нам не дали даже. Бесплатно, я Олегу, позвонила, а он говорит, у него же у Олега утепление, у него ученик паралимпий, который в школе. 3 миллиона должен заплатить за год, чтобы тренироваться на канале. Вот это паралимпий. То есть это Казань, да? Это Казань? До вас точно доверяется. Это Казань, первая Москва. Они уже говорили. Они говорили. Еще больше всего. Да, больше. Это понятно. У нас тоже ветераны не бесплатно, но и цены копейки. То есть я бы тоже заплатила, то есть копейки. Две сто, да. Да, это дороже стало, а поначалу это было какие-то 400 рублей. Thank you.